Теперь он начал немного потеть. Я здесь, чувак! Я здесь! Я здесь! Здорово! Давай, я сажусь! Все, не бей, я сел. Я... Ты что делаешь? Я же всего лишь-то сел. А? Подожди. Давай вместе бегать. Я буду за тобой бегать. Ну подожди. Давай будем вместе бегать. О, тебя бьют, чувак. Тебе хана. Тебе хана. Только меня не убивай, я нормальный. Я норм. Я нормальный. Ты что стреляешь, ты? Это... О, какой-то плохой с луком. Слушай, а давай-ка мы его... Давай, я пошел на него с камня. Давай, 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 давай. Все, я иду в атаку. Где он? Куда он ушел? Куда он ушел? Вот же он! Вот он! Он попал по мне! Убивай его! Бля, чувак, красава! Да не убей, не трогай его, сова, не трогай его, не трогай. Он норм, он нам же пегаль подарил. О, патронов еще дал. Забирай все остальное. Нормально. Так, спальник надо сделать. Брат. Брат Олег. На тебе мясо надо? Все равно убьют, поэтому дадим вот так вот. Так, все, поели вроде. Спальник можно, интересно, поставить? Сейчас попросимся к чуваку. Что-то странно, вроде подлагивает, а вроде или нет. Чувак, впусти нас на первый этаж, мы будем жить на первом этаже. Мы тебе же помогли. Мы свои. Вы не хотели камни убить. Мы тебя вообще не трогали, я сове сказал, чтоб он тебя не трогал. Он просто подписчик, он не понимает. Спустишь нас жить на первом этаже? Я вам могу... Давай, а можно здесь, давай рядом построим какую-нибудь хероту, и мы здесь будем рядом жить. Сова, убивай его. Волка, я имею в виду. Во. О, еще один человек. Нас становится все больше. Сюда, короче, что ли? Два другана моих, но вы лучше не обижайте их. Я тогда спальник. А пароль скажешь? Если вспомню, сейчас подниму. Или мы можем вот здесь достроиться, если у тебя есть ресурсы, прямо здесь рядом. И будем тебе помогать. С кирками бегать. У меня тут, кстати, вышка была, она сгнила. Нас много. И мы все дауны. Мы будем бегать в 20 человек и никого не убивать. Так, что-то здесь домиков много. Это что, кевларий, чувак, что ли? Нет. Тра-та-та. Так, что будем делать-то? У меня есть 19 патронов. У меня есть клоузик. Надо клоузик на спальник, сова.
На. О. Ща пристроимся. Стройка началась. Все, мы теперь крутые, у нас есть свой дом. Нам выносят по-братски. Так. Сейчас сделаем. Воркбенчу. Воркбенчу прикрывай. Кирка, кстати, есть халявная одна. Тра-та-та. Так. Так. Сейчас построим супер дом. Так, поставим мы наш суперскую штуку. Опа-опа. Кто здесь идет? Ты кто? Я тебя сюда не звал. А, ты свой. Мы тут строимся. О, спасибо. Сейчас надо пилары сделать. Так. Вот плэнксов надо сделать. Штук 16. Жаль админа. Додосим админа. О. Норм. Отойди, блин, сова, чё ты встал-то возле меня? Сейчас застроим дом. Так, woodplanks. Woodplanks. И будем играть на Puff Play. Вроде так-то ничего, сервачок. Так. Сейчас мы построим еще один фундамент. Хотя бы сделаем вширь наш дом. Вширь. В жир сделаем наш дом. Валджир. Идите ресурсы пока собирайте. Так. 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 Моя банда пошла собирать ресурсы. Кто тут? Кто тут? Свои? Нормально. Здорово, мы здесь строимся. Тихо, не ломай. Здесь наш дом. Твой дом, дядя? Да, вот строю. Здесь большой, это наши соседи, их не трогайте, они нам помогают. Который большой дом, видите? Голден, я попозже зайду в РК. Сейчас, короче, больно-то не будем дом большой строить. Сейчас маленькой толпой пойдем драться. На кирку, кому надо кирку? Давай. Здесь пацан живет, вообще нормальный. Вот его дом прям рядом, вот этот здоровый. Вот он, короче, норм. Отойдите пока, дайте я дом нормально построю, потому что вы мешаете. А вот этот, к которому я пристроился, это тоже соседи, они тоже норм. О, чё? Блин, а я что-то тут закосячил немного. Ну ладно, фундамент еще один сделаю. А ты сейчас видео снимаешь? Да. Сейчас пойдем толпой в атаку. Вы будете мясо, а у меня есть пистолет с 24 патронами. Будем отбирать. Я даже знаю, куда побежим, где стрельба. А если что, здесь на спальнике, вон, идите, собирайте животных, здесь спальники ставьте. 0508 пароль будет, запомните. Повторять не буду. Я скинул уже кому-то. Так. Так. Так, так, так. Так, так, так. Что мы делаем теперь? Один дверной проем. Что
чтобы нас не шлепнули. Ну где ты? Вот он. Вот плынг. Сидите, дерево соберите чуть-чуть. Все, ждем. Давай ставь. Здорово! Мы здесь будем жить. 0508 пароль, запомните. И сейчас, короче, не будем больно большой дом строить. Сейчас пойдем в атаку на ангары. Вы будете пушечным мясом, а у меня пистолет есть, я буду сзади стрелять. Дай мясо. Сейчас. Разделите поровну. Чаечки. Так. Раз, два, три, четыре. Сделайте пока там какие-нибудь костры. Монстры. Камень есть еще в ящике. Так. Здесь есть. Стеночки там, как там стеночки-то? Скрафтили стеночки. Хоп, 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 хоп. Так. Doorway и дверь. А, еще целинг. И пойдем. И пойдем щемить. Так. Так. И пароль. 0508. Так, та 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 та. Еду. Так. Ну все. Можно идти воевать. А сейчас складывайте в ящики. Так. Я не знаю, это чисто там. Давай. Вон как тебя, блядь. Так, сделаем посветлее, чтобы было видно. Ну чё, погнали, здесь все? Олег, чё? Олег, это твой друг с пистолетом? Не знаю, какой ник? Билли Гейтс, кто-кто? Да-да, если он там живет. Да-да, это свой, это вот он нам помог. А, точнее, его кореш помог, это они союзники наши. Эй, с большого дома вы нас не щемите. Нам тут, короче, чувак из вашего дома помогает. Короче, которые ютуберы, это свои. Ну чё, погнали, что ли, на ангар? Олег, надо туда. Чё? Да, будете меня видеть, что это я. Погнали, короче. БТР едет. Если чё, пароль 0508. Если чё, короче, это... Видите кого-нибудь в одежде, да? В любой. Бегите на него прямо толпой, чтобы в вас пульки попадали. А я буду с пестика отстреливать. А потом будем лутать. И будем так гоп-стоп делать. За брата, короче. Просто за брата надо драться. Да, еще надо ресурсы по дороге собирать. И братьев, если что, лутать. Не забывайте лутать братьев. Братьев своих всегда надо лутать. Так, тут что у нас? Деревянная дверь? А, нет. Здесь дом. Вот сейчас здесь будут скоро опасные. Опасные скоро будут. Надо их бить. Понимаете? Бить опасных. Сейчас мишек здесь еще похороводим. Во-во-во-во, погнали на опасных. Погнали. План знаете. Братья идут.
Братья идут. Мир. Забирайте, лутайте. Лутайте. Мы мир. Лутай быстрее. Еще один хэд. Лутайте и уходим. Лутайте срочно и уходим. Все, погнали. Погнали дальше. Нельзя возле дома стоять, потому что у них преимущество. Сколько у тебя патронов? Чувак, сколько патронов? У меня? О, уходим. За мной. Спасаемся. Не надо, не трать патроны, не трать. Просто валим. Это шайка настоящая, банда четкая. Четкая и меткая. Сейчас я расскажу, какой мы будем делать план капкан. Они сейчас к нам пойдут, а мы, короче, вот здесь из-за угла гоп-стоп устроим. Тут ресурсики пособираем. Сколько у тебя патронов? Скинь чуть-чуть патронов, если есть. Все, нормально. У нас, короче, два пистолета, да, уже? И запомните, что у человека есть пистолет. Ой, валим волка. Тот стреляет, надо этот спасать своих. Погнали. А где я? А вон он уже кого-то вальнул. Банда расширяется. Чувак, ты просто голых не убивай. А, это он не голый, что ли, был? Короче, голых не убивай, патроны, потому что нужны. У нас нет столько патронов. Воу, это хорошо. Ты чё там? Не знаю, меня пока нету. Погнали дальше искать. Сейчас будем, вот сейчас на дороге эти балбесы опять выйдут, опять говорим, что мы мир, типа мир, поближе подходим и войну начинаем. Издалека не стреляйте, главное не шугнуть. Главное жертву не испугать. Не включайте факела. Сейчас они с этого дома должны выйти, и мы их подловим. Сейчас здесь осторожно. Не высовываемся, смотрим. Они там живут. И у них можно много забрать что-нибудь. О, чувак, здорово, мы мир. Мы мир. Есть что поесть? Нам нужна еда. Крафтите луки, если есть. Луки тоже хорошая вещь. Погнали на ангарчики. Тихо, вот здесь сейчас. Давайте за деревом спрячемся. Да. Ну понятно, они нас спалили. Ладно, уходим. Уходим. Туда на ангары. Делайте луки, если есть у вас все. Луки обязательно. Сейчас на ангарчиках, может, кого встретим. Ангарчики. Банда гоп-стоп не прощает. О, ресурсики. Ресурсики. Погнали. О! Это ресурсы стоят. Здорово, чувак. Ресурсы. Вот камень, забирайте, кому надо, на лук. Сейчас животных надо подфармить, чтобы вам луки сделать. Погнали. У меня уже пегаль желтый, вот что плохо.
Главное, не расходитесь, вместе бегаем, как зерк. И все. Здесь сейчас жара может быть. Вон. Мы мир, пацаны, у вас есть что поесть? Пацаны, есть что поесть? Пацаны. Так, одного, по-моему, хана уже. У него пегаль, надо его валить. Давай, лутайте. Лутайте его. Давай. Сделай еще пару выстрелов. Во! Все, тихо, не горцуйте. Забирайте пайпуху. Пайпуху забирайте. Это наш вообще? Нет, это кто? Кентуха? Здорово. Тут кентуха. Давай, кидай своим пацанам дробовики. А ты кто? Вот он отлетел. Патроны есть от пистолета? Берите дробовик кого-нибудь, вон там и патроны есть. Все, у нас уже у двоих пайпухи. Бегали, погнали за мной опять дальше. Наживаться на бедолагах. Погнали к тому дому. Сейчас, подожди, еще здесь пройдемся. Они, наверное, сразу поняли, что мы мир, да? Они такие сразу вчесали от нас. Они просто поняли, что мы мир. Так, еда есть. Сейчас скоро домой пойдем относить все. Здесь красных животных подфармим чуть-чуть. Может, тройные ящики будут. Называется, как одеться... Называется, как одеться за 22 минуты. Вон, кабана надо убивать. Клоузы вам на спальнике. На луке там. Добывайте. Только друг друга не бейте. Так. Погнали дальше. А это что за бомба? Тут изи должен был быть, не знаю, свой нет. У вас памяти есть, кому надо. А тут Авин это свой. Человек. О, возьмите по одному спальнику, потом там дома закинем. Человек. Где? Вот здесь и дальше, дерево. Сзади, осторожно. Кирку в руки. Здорово, пацан. Ты свой? Ты чё за Русь? Где? О, в натуре, вон, читак летает сзади. Во-во-во, читак улетел куда-то вниз. Он пустой. Во-во. Ладно, все сюда свои. Все свои сюда. Кому 9-миллиметровый пистолет? Еще что ли выбил? Подожди, здесь не свои, здесь кто-то не свои. Ай! А ты свой что ли? Я свой. А, сзади он! Вали его! Где еще свои, пацаны? Лутанули пегаль? Тут левый какой-то. Сзади левый. А нет, свой. Это нет, не свой же. Надо уходить отсюда. Голден, возьми пегаль. Голден, пайпуху отдай и возьми пегаль, я тебе дам сейчас. Сейчас, у меня есть, я уже... А, вот, кому пегаль, возьмите.
патроны есть? У меня мало вообще. Да, чё, домой пойдем или чё? Ну пошли домой, да, домой. Сейчас, погнали. О, тут же лут вон у чуваков есть. Вот смотрите все эти. Все, погнали домой. Пошлите домой. Да, да, погнали. Ну, вроде так ничего. Пегали у нас есть. Теперь надо патроны делать и все. Печку сделать. Нам жир надо, жир. Животные. Пошлите домой, да. Вон, медведь, медведи, медведи надо вальнуть. Вот, помогли. Медведи валим. Добывайте мишку. Погнали домой. Там парень впереди. Какой там у нас пароль-то? 0805? Парень впереди. О, валим! Стреляй. За ним! Погнали! Убили что ли? Нет, он еще живой бежит. Давай, давай, идем, валим. Пиздец тебе, чувак. Где он? Да он бежал. Вот он в этом доме сидит. Короче, сейчас, сейчас делаем ворота и закрываем его нахуй дверь. Там же никого... Он никого не убил же, да, наших? Да? Тогда хуёво. Ладно, погнали. У нас на два выхода не хватит. Если чё, дверь зажимайте. Всё, валим. Блин, он мне нормально так попал. Я чуть не склеился даже. Так, я что-то немного спутался. На РТ это нам куда? Патронов у нас мало, вот что плохо. Нам надо сульфур делать и ганпаудеры. Идете, да? Войнушка. Да, нихера тут дом. Так, вот здесь осторожно. Давайте здесь. Я агрю, вы мочите их. Животных. Давай. За мной волк, волк. Волка убейте. Да волка убейте. Вали, вали, вали волчару. Нет. Не убивайте его, не убивайте, не убивайте его. Кто ты? Нихера себе. Кто его убил? Нифига себе. Сова, скажи пароль, Изи, я забыл.
Изи, вот мы. Меня грохнули. Там сейчас они придут, надеюсь. Так. Так, 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 сейчас притащат, наверное. Кто со мной? Здорово. А чё, куда? Мы, нас тут, короче, уже семеро. Там типы, короче, у них хэмка эти, не бомжи. Давай, погнали. Там Рокки стреляет с лука, пипец жестко. Воу, воу, воу. Ну мы, короче, там оружие понабирали тоже. Вон они справа, да? За тобой этот, за тобой Мишка. Вон слева кевларовцы. Слева, слева. Пока он тупит вообще жестко. Что делаешь, больной? Не надо, я свой. Зачем ты так? Вот это мега кевлар. Блять. Воу, здесь есть луки. Я свой. Чувак, я свой. Да не надо меня стрелять, я же хороший. Там кевларовец. О, карбюратор, здорово. Вон там, впереди кевлар. Убей волка, убей. Вот он, вон он, вон он, вон он. За ним Мишка. Карбюр, вали его. Карбюр, давай. Карбюр. Карбюр, тащи. Карбюр, давай. Карбюр, ты где? Карбюр, тебя что, убили? Так, что здесь происходит? Что-то я не понимаю. Опа, вижу. Вижу. О, мешочек надо забрать. Да я свой, там вон в этом, в кевларе, пацан. Вали в кевларе, чувака, карбюрчик. Давай, давай, ебашьте его. Пацаны, тащите. Хорош! Поделитесь, нет, со мной чем-нибудь? Ну хорош меня стрелять, я же вам помогал. Карбюрчик, скинь хоть пистолет. А? Карбюрчик, ну скинь хоть пистолет-то. Ясно. Ясно. Завалились, суки. Так. Так, 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 так. Все, я здесь. Здорово, пацаны.